Но все-таки сумел справиться с вами. Ну и точно в линию попадает Томаш Бердых. 30-11. Вот точно в линию, и Джокович это второй. Расподавался Новак. Безупречная подача в самый угол. Ну, неудачный получился этот укороченный удар у Джоковича. Ну, вы знаете, может быть... Ну, какая-то неуклюжая свеча получилась. Да, ну и допускает ошибку Новак Джокович и так смотрит в сторону своих... Новака Джоковича. Даже сейчас вот обратите внимание... Два эйса подряд и берет Новак Джокович. Еще один хороший розыгрыш. Ну и со второй попытки Томаш Бердых берет этот первый сет. 33 минуты понадобилось чешскому теннисисту для этого. 6-3. Хватило одного единственного брейка Бердыху для победы в сете. Ну, в принципе, в начале матча я предполагал, что один единственный брейк. И пока вы знаете, лучше в этом матче принимать. Ну, очень четко в этом гейме подает Новак. Ну, а рискнул сейчас Бердых, разводит рука. Да, ну браво Бердых и... Ну браво, Новак сейчас сам чисто отыграл этот брейкпоинт. Хороший прием проходит у Джоковича, ну и надо сказать, что и подача была.
Но вот на этот раз укороченный слет не... Очень спокойно, очень уверенно играет Томаш. Очень спокойно сейчас отвечает. Очень спокойно сейчас играет Томаш Бердых. Вы знаете, 100, где-то чуть меньше 180 километров. Вы посмотрите, а? Атакует Новак, но не попадает этот... Да, зря сейчас Томаш Бердых сыграл. Ой. Вы посмотрите, а? Ну так... И посмотрите, все-таки не удается. Не получилось эта свеча у Джоковича, так опять разводит руками Новак. Ну вот странно, вот почему... Попадает в линию. Нет, аут, сказал судья. Судья сказал аут. Я бы на месте Джоковича проверил бы. Стоят согнувшись теннисисты. И что, попадает? Да, да. Ну и мне показалось, что попал мяч. Да, вы посмотрите, что творит Новак, а? Ну все четко, все грамотно сделал сейчас. Ну посмотрите, как сейчас действует Томаш. Вот так вот. Вы посмотрите, а? Кто бы мог подумать, что вот так завершится эта вторая партия. Но Джокович допускает двойную ошибку. Ломает ракетку или стул. Что там сломал, уже непонятно.
сейчас достал этот укороченный мяч. Томаш все видел. Ну так, это просто подкидывает мяч своему сопернику. Ну и берет Джокович гейм на самом. Погонял сейчас Берег своего соперника, но опять сейчас как-то очень. Здорово выполняет прием сейчас Бердых. Очень далеко сейчас. Молодец, Новак настроился на эту подачу. Ну и берет новый гейм на своей подаче. Без шансов. Подача на вылет проходит у Бердыха. Еще одна подача на вылет. 40-15. Ну, очень здорово отподавал в этом гейме Том. Ну, ничего не остается делать Новаку, надо играть риск. Вы посмотрите, что творится с Новаком Джоковичем. Две двойные подряд, и Томаш Бердых выходит вперед со счетом 5-3. Да, 5-3. Томаш Бердых впереди, и он находится в шаге. Вот. Тройной сетбол зарабатывает Томаш Берд. Шажочки от финала. Нет, не получилось с первой попытки. Да, и вот так вот ставит точку в этом матче Томаш Бердых. 2 часа и 17 минут продолжался этот полуфинальный матч. И впервые в своей карьере Томаш Бердых выходит в финал турнира «Большого шлема».
Ну и первым его с этой победой поздравляет Новак Джокович. 6-3, 7-6 и 6-3. Счет этого матча. Ну и